Рустема Галича, Нью-Йорк. Хочу добавить, что Рустем имеет пензенские корни. Его дед и прадед родились в селе Старая Пензелка. Татарская Пензелка. Пензелка, да, в Кузнецком районе. Друзья мои, мне очень приятно сегодня быть на этой сцене, потому что действительно корни мои из Пензелки. Сейчас жизнь моя сложилась так, что я живу в городе Нью-Йорке, но очень часто я выступаю с гастролями, езжу по России, по Западной Европе, доехал уже до Австралии. И 10 лет тому назад в Нью-Йорке родился спектакль, который мы назвали «И рай открылся для любви» по поэме Лермонтова «Демон». Поэма, которая является вершиной романтической русской поэзии. И у меня была мечта покрестить лермонтовским словом весь русскоязычный мир. И в 2014 году мне это удалось. Мы сделали фестиваль, отыграли 50 спектаклей в общей сложности. И даже я доехал сюда и читал, когда никого не было на сцене, под открытым небом, монолог из этой поэмы. И посылал в космос сигнал: «Господи, помоги мне сыграть хотя бы маленький кусочек из этого спектакля в Тарханах при зрителях». И мечта моя сегодня исполняется. Спасибо, что вам вы на этом фестивале. Спасибо Алле Александровне за этот прекрасный фестиваль, за эту прекрасную идею. Как известно, в начале было слово, а в начале этого фестиваля было лермонтовское слово. И поэтому я с большим удовольствием исполню маленький отрывок из нашего спектакля «И рай открылся для любви». Я не буду повторять сюжет, вы и так его прекрасно знаете, но введу вас немножечко в атмосферу этой сцены. Давайте представим себе горы Грузии, ночь, звездное небо и маленькая келья, в которой Тамара пытается найти спасение от искушения демона. И вот в ее келье появляется этот падший ангел, влюбленный в эту божественной красоты земную девушку, и открывает ей свое сердце. Когда Тамара понимает, кто перед ней, она делает робкую попытку, простительную для девочки ее возраста. Она пытается взять с демона клятву, что он никогда не будет делать зла. Но сила желания обладать этим прекрасным цветком в демоне столь сильна, что он начинает обещать все то, что сделать он не может, а может быть и не собирается. Но какими словами он это делает? Только Лермонтов мог написать эту прекрасную поэму «Объяснение любви». Итак, ночь, келья, и Тамара говорит: «Клянись мне, от злых стяжаний отречься ныне до обед. Ужель ни клятв, ни обещаний, ни нарушимых больше нет? Клянись мне, клянись». И тогда демон склоняется над Тамарой и шепчет ей: «Клянусь, клянусь я первым днем творенья, клянусь его последним днем, клянусь позором преступления и вечной правды торжеством, клянусь паденья горькой мукой, победы краткую мечтой, клянусь свиданием с тобой и вновь грозящую разлукой. Клянусь я сонмищем духов, судьбой братьев мне подвластных, мечами ангелов бесстрастных, моих недремлющих врагов. Клянусь небом я и адом, земной святыней и тобой. Клянусь твоим последним взглядом, твоей первую слезой, незлобных уст твоих дыханьем, волною шелковых кудрей, клянусь блаженством и страданьем, клянусь любовью моей. Я
от рекса, от старой мести. Я от рекса, от гордых дум. Отныне я в коварной мести, ничей уж не встревожит ум. Хочу я с небом примириться, хочу любить, хочу молиться, хочу я веровать добру. Слезой раскаяния сотру я на челе тебя достойном следы небесного огня, и мир в неведении спокойном пусть отцветает без меня. Уверь мне, я один поныне тебя постиг и оценил, избрав тебя своей святыней, я власть у ног твоих сложил. Твоей любви я жду, как дара, и вечность дам тебе за миг. В любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик. Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края, и будешь ты царицей мира, подруга первая моя. Толпу духов моих служебных я приведу к твоим стопам, прислужниц легких и волшебных тебе, красавица, я дам. И для тебя, звезды восточной, сорву венец я золотой, возьму с цветов росы полуночной, его украшу той росой, лучом румяного заката твой стан, как ленты, обовью дыханием чистым аромата, окрестный воздух напою. Сейчас на дивную грою твой слух лелеять буду я, чертоги пышные построю из бирюзы и янтаря. Я опущусь на дно морское, я полечу за облака, и я дам тебе все, все земное, люби меня. И он слегка коснулся жаркими устами ее трепещущим губам. Соблазна полными речами он отвечал ее мольбам. Могучий взор смотрел ей в очи, он сжег ее во мраке ночи. На дне прямо он сверкал, неотразимый, как кинжал. Увы, злой дух торжествовал. Смертельный яд его лобзанья мгновенно в грудь ее проник. Мучительный, ужасный крик ночное возмутил молчание. В нем было все. Любовь, страдание, упрек с последнюю мольбой и безнадежное прощание, прощание с жизнью молодой. Дорогие друзья, вчера с успехом прошел прекрасный спектакль. И рай открылся для любви, в которой принимает участие наш гость из Нью-Йорка Рустем Галич и прекрасная солистка Пензенской областной филармонии Гульсина Рафикова. И сейчас буквально наши гости отправляются в административное здание, чтобы показать поэтический бал для всех гостей нашего фестиваля. Спасибо, Рустем. Спасибо, Гульсина.